спросил Андрей Мурнин. Андрей, ну что ты? Ну, нам, наверное, в очередной раз не повезло, потому что команда Тосная, перейдя два раза за половину, в первом тайме забивает два гола. Да, хорошие голы, вопросов нет, но, наверное, из двух моментов два гола забивать – это как минимум счастье. Поэтому во второй тайм они уже играли по счету и отдали инициативу осознанно, хотя, в принципе, моменты у нас были для того, чтобы завершить. Но, опять же, первый доход до ворот во втором тайме закончился. Я считаю, что счастье на их стороне. Сегодня был последний матч, как бы вы объявили этот сезон для Харькова. Обидно, что не попали в Ну, скажем так, официальной задачи такой не стояло. Официальная задача стояла попасть в десятку первых мест. Мы заняли шестое, я считаю, мы справились достойно с той задачей, которая была поставлена. А то, что не попали в стыки, это, конечно, обидно, но такова жизнь, ничего страшного. Пойдем на следующий год. Болельщики вас активно все время поддерживают, даже сегодня проигрышный матч. Что-то хотите, я сказал, есть какие-то слова для них? Ну, я, конечно, всегда говорю спасибо болельщикам и только спасибо за то, что они приходят, поддерживают команду и гонят команду вперед, даже при счете 2-0 мы проигрывали, они болеют и гонят команду вперед. Поэтому им спасибо большое, я всегда говорю, что это 12-й год. Вы сегодня забили ворота в четвертой попытке, буквально на протяжении 10 минут до этого. Били. Такое желание было. Есть такое выражение, своей бывшей команде надо забивать. Наверное, оно каким-то образом сыгралось. Хотел забить, я забил. Но, к сожалению, мы проиграли.